Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей, доброй песни. Сегодня в эфире очередная передача «Искры камина» по письмам. Здравствуйте. Первое письмо пришло из города Златоуста от Светланы Титовой. Поздравьте моего мужа и его сослуживцев, которые с ним служили в Монголии, с праздником 23 февраля. Вот это письмо пришло из поселка Увельский от Мясничко Ивана Андреевича. Он хочет поздравить свою жену Луконину Валентину Александровну с днем рождения. Ей исполняется 82 года 21 февраля. С ней мы прожили 57 лет в законном и церковном браке. Пишет вам Малюков Василий Григорьевич. Моему брату Малюкову Борису Григорьевичу исполняется 70 лет, 25 января. А это письмо пришло из Приморского края, от Дербинцевой Галины Павловны, село Новицкое. 3 февраля мы поздравляем внучку Василису. Ей был один год, но она уже тогда смотрела вашу передачу и танцевала, когда Виталий Вольфович поздравил Василису, и в память о нем остался диск. Я хочу поздравить родную, любимую мамочку Кавардину Нину Максимовну из города Пласт, Челябинской области, с днем рождения. А вот из Казахстана, я к ним всегда трепетно отношусь, из Кустанайской области, поселок Карамай от Куликовой Елены. Она хочет поздравить свою свекровь Кулик Марию с 75-летием, свою сваху Токареву Любовь с 70-летием, своего зятя Мурашко Николая и свою сестру Надежду с 70-летием. Поздравляет свою тетю Кузнецову Раису с 77-летием, свою тетю Береговую Катерину с 80-летием и дорогую подругу Сейдалину Шайзаду с 50-летием. Вот это письмо тоже из Златоуста, пишет Суслова Любовь Ивановна. 19 января исполняется 78 лет моей старшей сестре Мельновой Татьяне Ивановне, а 6 февраля 71 год Кузнецовой Нине Ивановне. 16 января у моей сестры Васильевой Любови Ивановны, которая проживает в поселке Козырево Челябинской области, юбилей, сестра Надежда. Вот из села Великопетровка, Карталинский район, пишет Артемьева Валентина Семеновна. В этом письме хочу поздравить свою любимую сестру Ильиных Надежду Семеновну с юбилеем 55 лет. Я обращаюсь к вам с просьбой поздравить мою маму Тамару Григорьевну с юбилеем 65 лет. Пишет жительница Челябинска Голубева Людмила Валентиновна. Она просит поздравить любимых людей. 7 февраля исполняется 77 лет моей маме Мустаевой Вере Александровне, жительнице города Троицка Челябинской области. А 12 февраля исполняется 75 лет моей второй маме, свекрови Голубевой Зои Андреевне, жительнице села Шимаха Низепетровского района. Пишет вам Сергей Абатуров из Кировской области. Передача с участием Ольги Ивановны Мохиной, недавно прошедшей в эфире, нам очень понравилось. Какое исполнение, какая положительная энергетика исходит от этого исполнителя. Настоящая уральская соловушка. Я низко склоняю голову перед этой исполнительницей и передайте ей низкий поклон. Вот это письмо пришло по интернету, просят поздравить с 50-летием совместной жизни в марте месяце супругов Шкариных. Шкарина Татьяна Александровна. Пишут из Казахстана, Акмалинская область, город Макинск. Из Забайкальского края пришло это письмо Арефьева и Азаренко, так я понимаю, да? Нам прислали письмо и даже вот флешку с записями их собственного творчества. Они с сыном сочиняют песни, поют. Это просто... Внимательно просмотрели, конечно, да. Там это достойно внимания, конечно, здорово. Мы с удовольствием посмотрели. Большое спасибо, что вы вместе с нами, с народом сочиняете, поете. Мы вас оценили, запомнили, и я думаю, еще встретимся. Поздравляем дорогих, любимых родителей Ефремовых Виктора Николаевича и Галину Викторовну с днем рождения. Семья Холиных. Виктор, Светлана и внуки Анастасия и Сергей. Вот как здорово. Вашему вниманию предлагаем вот эту песню. Ольга Мохина. Не приснился сон о Есенине, ведь родился он в ночь осеннюю. Догорает лес золотистый,
Светится сад, как листки стихов, листья вдаль летят. У Есенина день рождения, звонком золоте даль осенняя, словно музыка вдохновения. Над землей шумит листва. Выходила мать за околицу, сердцем верила, он торопится, рядом с нею ждал золотистый клен, как похож листвой на Сережу он. У Есенина день рождения, звонком золоте даль осенняя, словно музыка вдохновения. Над землей шумит листва. Вновь звучат слова синей полночью, все хорошее с ними вспомнится. По-есенински я хочу любить, чтобы с песней мне всюду рядом быть. Гроздья красные, даль осенняя, у Есенина день рождения, день рождения любви. Дорогие друзья, компания «Равис» предлагает свою продукцию для праздников и будин. В компании «Равис» есть все. Есть вкусные блинчики, есть буженинка, есть курочка. Я вас уверяю, что мы уже попробовали, и это очень вкусно. Очень вкусно. Компания «Равис». Я хочу поздравить своего сына, Малышева Александра Николаевича. Живем мы на станции Полетаева 1. Ему 36 лет. А также с 23 февраля всех гармонистов и вас лично, писала Малышева Людмила Александровна. Из города Коркино Челябинской области написал Луконин Виктор Иванович. У нашего дедушки Мазничка Павла Андреевича день рождения 14 февраля. Ему исполняется 81 год. Письмо из села Ваганово, Октябрьский район. Ложкина Галина Васильевна. У меня есть замечательная подруга, кума Семячкова Зоя Анатольевна. Я хочу ее поздравить с 60-летием 12 февраля. Пишет вам Букина Валентина Александровна из села Аргаяш. Я хочу поздравить свою сестру с юбилеем. Ей 27 января исполнится 65 лет. Метлееву Надежду Александровну. Пишет вам коллектив ансамбля Семеновна. Мы просим поздравить руководителя ансамбля Алевтину Петровну Курилову. У нее 28 января день рождения. И Зою Ефимовну Бабинову. У нее тоже день рождения 2 февраля.
А вот это письмо тоже из Казахстана. Зериндинский район, село Айдабул, Акмалинская область. От Долговой Евгении Николаевны. Просит включить в передачу песню в исполнении Эдуарда Обухова. Ну что ж, мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Слушайте и наслаждайтесь от песни Эдуарда Обухова. Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь, а теперь листья желтые над городом кружатся, дельным шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Листья к окошку прилипает, листья к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? И пускай дождливы часто эти дни, может, созданы для счастья, может, созданы для счастья. И они, листья желтые над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Скажите, что вам снится, что вам снится, что вам снится. Спасибо. Будем очень благодарны вам, если поздравите Кораблеву Анну Максимовну с 80-летним юбилеем песни Светланы и Виктора Холиных «Мама». Поселка Березовский Октябрьского района письмо. Просим вас поздравить с 70-летним юбилеем дорогого мужа, папу и дедушку Тернавского Александра Николаевича. Письмо из Чебаркуля Челябинской области пишет семья Хмелевых. Они пишут: у нашей мамы Кадуковой Любовь Ильиничны 20 января исполняется 82 года. Пишет вам жительница города Сатки. 8 февраля моему мужу, инвалиду производства 2005 года, Занегину Борису Егоровичу исполняется 70 лет. Тимирязевский район, Северо-Казахстанская область, село Аксуат. От Ивановой Юлии Григорьевны. И фамилия того человека, которого она поздравляет, Букина Любовь Николаевна. И желает ей долгих лет жизни, а главное – здоровья. Пишет вам жительница-пенсионерка из города Троицка, Калашникова Нина Владимировна. У меня в Увелке живет родная сестра Киселева Валентина Владимировна. 4 февраля ей исполняется 70 лет. Из города Сим письмо с просьбой в
включить нашу передачу в исполнении Холиных песню «Мама» и поздравить с днем рождения Клавдию Васильевну Усиркову. 90 лет! И с удовольствием исполняем вашу просьбу. За рекой непогода, за рекою туманы, за холодным туманом, тихо солнце встает, только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет, только мама седая. Любимая подружка, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, удачи, благополучия и всех земных благ. Это Вергун Валентина Федоровна. Поздравляет она Дыбычеву Лидию Васильевну с днем рождения. А это письмо из Верхнеуральска, Челябинской области. Пишет Скрылева Елена. Она хочет поздравить свою маму с днем рождения. 17 февраля ей исполняется 77 лет. Поздравьте, пожалуйста, Незнахину Парасковью Евдокимовну с 85-летием. Вот это письмо из Челябинской области, Троицкий район, село Бобровка. Люди хотят поздравить своего музыкального руководителя с юбилеем. Зиманова Станислава Дмитриевича. Это письмо из поселка Крутоярский Октябрьского района Челябинской области. Очень интересную, поистине праздничную программу показал ваш канал. Ну, имеется в виду новогодний голубой огонек, я так понимаю, который показал канал ЛТВ. Большое вам спасибо за доставленное удовольствие испытать чувство патриотизма, гордости за свою область, за народ, за творчество наше, поистине безграничное. Это мнение моих земляков, соседей и родственников из города Кургана. То есть соседи видели программу. 5 февраля, день рождения моих земляков в поселке Крутоярский Октябрьского района, ветеранов труда, заслуженного учителя Путиловой Татьяны Тимофеевны и бывшего директора совхоза Кислицына Александра Петровича. С уважением, Косарев Виктор Андреевич, ветеран труда, мастер спорта СССР. Мы
имеем такую возможность поставить любую песню Митрофановны. Но вот сейчас мы выбрали письмо с просьбой исполнить песню в исполнении ансамбля «Митрофановна» «На огонек». Вот и кончился денек, и ко мне на огонек собрались, как водится, друзья. Сели дружно в уголок, где в камине уголек, где о том, о чем, спрошу их я. Как живете, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стерли в порошок. Пусть не все как дважды два, только мы желаем вам, чтоб у вас все было хорошо. Чтоб у вас все было хорошо. На окошко вечер лег, а в камине уголек весело потрескивал огнем. Уголек сильней трещи, чтоб друзья, товарищи чаще вспоминали бы о нем. Как живете, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стерли в порошок. Пусть не все как дважды два, только мы желаем вам, чтоб у вас все было хорошо. Останется, но он останется нашей дружбы верный огонек. Будет он гореть всегда, и друзей через года я опять спрошу под вечерок. Как живете, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стерли в порошок. И все как дважды два, только мы желаем вам, чтоб у вас все было хорошо. Чтоб у вас все было хорошо. Это письмо из поселка Первомайский Челябинской области от Старцевой Любовь Петровны. От всей души хотим поздравить через вашу передачу активистку, общественницу Сизову Людмилу Николаевну с юбилеем. 25 января ей исполняется 75 лет. 24 февраля 2017 года Лысенко Юрию Афанасьевичу исполняется 80 лет. Дорогие друзья, вот у нас совершенно недавно вышел новый диск. Это диск, видеодиск «Голубого огонька». Я думаю, что вам будет интересно приобрести этот диск. Они на наших концертах, они будут продаваться. Ну, на этом мы будем заканчивать нашу программу по письмам. Пишите нам письма. Желательно, чтобы в этих письмах были ваши номера телефонов, потому что иногда или неразборчивый почерк попадается, или мы можем что-то посоветоваться с вами по поводу заменить одну песню на другую. Чтобы уточнить некоторые вопросы. Пишите. Адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции, 4, программа «Искры камина». Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею, не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные,
И летал я, как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба-любушка, Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Дорогие друзья, компания «Равис» предлагает свою продукцию для праздников и будин. В компании «Равис» есть все. Есть вкусные блинчики, есть буженинка, есть курочка. Я вас уверяю, что мы уже попробовали, и это очень вкусно. Очень вкусно. Компания «Равис».